27 стихе 1 главы Библии говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, сотворил его самцом и самкой, по образу Божьему». Это и есть стих, буквально переведенный с древнееврейского языка. Стих этот именно вследствие своей двусмысленности всегда подвергался искажениям со стороны благонамеренных христианских переводчиков. Например, в русских изданиях Библии дается очень нескладный перевод 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их».